Nada, busca en internet. No quería consumir. No, mira, la voy a estar. Csak dolg már egy helyben. Определенный класс. Ну, сейчас заебись, да, играем, да. Не говорю, сейчас мало народа играет. Нет, спасибо, мне хватило просто раз. Там знаешь что? Мы не так делали, мы даже не прокачались. Там надо качать еще одну. Можно качать пушки, улучшать все такое. А я уже сделал, кстати, эту миссию. А вот я предлагаю, да? Да, 7-го, 16-го нам не хватает. Или 12-го. Нет, 12-го, 16 слишком сильно, да. 12-го не хватает, а 7-го. Тогда нормально. Ну, прикинь, 4 минуты уже ищет эту фигню. Еще после казелов. Ну. Давай. Престиж 6, престиж 1. Но это слишком круто для нас. Нам сидеть на уровне нормально.
Ну да. Потом это... Ну, 16 уровень. Бля, ебать, слышь, я такой хуйни еще не видел. Какой? Смотри, нам престижи дали, наверное, первый раз. Слышь, да, это... Ты можем идти покурить, отметить это. Ну да. Открывай вискарина. Не, я его сегодня только тут упаковал. Да ты смотри, слышь, аж два престижа, офигеть, просто. Всё. Это вообще просто нереально. Это первый раз вообще за всю жизнь. Попробую снайпера взять. Ты сможешь мне помечать? Я? Нет. Откуда у меня? Я буду бегать. У меня персонаж. Он все время делает только одно. Он бегает. Смотри на мой чувак, она. Всем захватите зону и готовьтесь к связи через спутник. Смотри, ты, смотри. Смотри на меня. А как делать зону? А я хуй знаю. Там, смотри. Забыл, ты не пали нас, блядь, ты чё? У меня глушак, ты чё, не слышно ничего. Блин, у меня зеленый маскалад пустыни, это, конечно, вообще классно. Я, конечно, крут, так одеваться. Я сяду за кактуса. Ну давай, за кактус. Ой, я чувака вижу за валом здесь. Угу, я тоже вижу. А где еще чуваки? Ой, да. Ух ты, привет. Сучара. Ага, вот и мина. Там еще один чувак со спины, который его не убил. Который меня зарезал со спины. Да у меня здесь еще один, вон. Он в этой башне, что ли? Или башня, снайпер, снайпер, там башня. Я что-то его не вижу. Да у меня два тут, вон, один здесь, вон, один там. Вот и не уходи от них, потому что это сейчас будет поднимать кого-нибудь. Я смотрю. Сейчас, ну, видишь, чувак правильно делает, разведывает. Я походу в башне и убил чувака. Вон там, знаешь, снайпер. Понятно. А где еще чувак, непонятно. Где-то другой щит, блядь. Точка доступа установлена. Идите к терминалу. Если за точка доступа, то и все. Особо ты не вылезай. И все. Бля, я вообще не попаду в него. Остался Молодец. Один враг. Доведем дело до конца. Блядь, один чувак остался. То есть, конечно. Никто, ну, конечно, легли классно. Не, я его не ёбну. У меня ёб. У меня видео, да? А я резать его смогу? Нет, тебя убьет. Не надо. Не резай. Не получится у тебя. Звал не получится. Тебя видит. Тебя палит, блять. Он тебя может сквозь кирпич. Нормально, если я знаю, что он может через кирпичи стрелять. Но он не видел меня. Как можно, блядь, не видеть тело? Да вы издеваетесь? Меня подними, короче. Все, меня подними. Меня снайпер, подними меня.
Неплохо. Чудак, ничего такие, ребята. Да, нормальные пацаны. Наконец, вот теперь у них 7-й, 12-й, вот теперь хоть раз в жизни нам повезло. Кстати, классная пушечка вот эта. Ну, другая. Сначала вектор был, сейчас другую дали. Это более офигенная такая. Я не могу играть, потому что, блядь, тут нету позиции на нормальной, ни горы, ни скалы, блядь. Да здесь дохуя позиции. Захватите зону и готовьтесь к связи через спутник. В принципе, тебе фигово то, что здесь на воздушности находится. Это, конечно, мой косяк. Я знал, что он здесь. Хуйня какая-то. Ты какую пушку взял? Первую или вторую? Первую. А вторую брать? Нет, у меня второй нет еще. Нет? Я так не могу точку занять. Хотя есть первый стреляет. Я точку не могу занять, блядь. Все попалят, блядь, как-то хуя. Пиздец какой-то. На самом деле здесь много позиций. Можешь вообще действительно не париться, будешь позанимать здесь. Вон скала вот эта, видишь, он? Блуп вот этот чувак, разведчик. Вон скала. Чуть ли не занять скалу, например. Меня сняли. Вон, да, смотри, это почти что на своей я был. Меня сняли, блядь. Это пиздец. Не, конечно, я сдох очень тупо. Облажался. Что пометили, короче. Вот это вот правильный маршрут. Смотри, прям сливается, да? Точка доступа установлена. Идите к терминалу. Ой, да это все какая-то. А, чувак рядом где-то. У меня хочет треснуть. Я плохо умер, мне не надо. Забавно. Не какая-то, я честно не понимаю. Че ты не понимаешь-то? Да я. Да как мне сняли, непонятно, блядь. Я был в хуй, как? Хуй знает, там где, снайпер блядь. На другом конце, ну и чё, у них тоже снайпер есть. Там еще не снайпер. Он тебя с выстрелил, блядь? Знаешь, снайпер. Да нет, там была очередь. Ну тут есть типа СВДшки, плохо, знаешь. Все погибли, задание провалено. Говорю, здесь есть и полуавтоматическое оружие. Типа как Скара. КС. Типа такого. Короче, та же СВДшка два раза попал, да и все. Убил. Медиком будешь? А чем делать? А, это вот эта летающая фигня, вот эта, господа. Техник хороший персонаж. Интересно. Захватите зону и готовьтесь к связи.
связи через спутник. Дрон в полете. Ты посмотри в мою сторону, есть ли кто? Прямо здесь уже. Ага, понял. Вот здесь завала. Да. Там двое завала. Вот здесь один. И вот здесь один. Вот здесь я тебя получаю. Угу. Вот. Сейчас я их ему. Не убежать, подождите. Они уже вот здесь завала, вот здесь они, смотри. Да. Понял, понял. Двое. Угу. Да. Больше нет нигде? Здесь. Не вижу пока, нет. Еще. Вы здесь двое ходят. Здесь. Ага. Ну все, я понял. Я тогда пошел тех брать, наверное, дальний. Правильно? Наверное. Они прямо около тебя. На втором этаже сидят. Действует противник, отмечаю позицию. Видишь? Меня заметили. Эй, я ставлю мину. Враг меня убил. Нафиг у меня стреляет. Граната! Я под огнем, мать твою! По мне ведут плотный огонь. Сейчас подожди. У нас потери! Тебя там не обходят, проверь. Все со мной колись, блядь. Точка доступа установлена. Идите к терминалу. Я точку доступа смотрю. Пока. Давай. У тебя проблема? Враги меня заметили. У меня гранат просто нет. Да там сидит один меня. Отпали просто. Уйти удалось? Чего? Уйти удалось? Конечно. Убежал, что делать. Возле точки их есть? Там двое. Но они в доме, да, до сих пор сидят? Здесь, так, где-то. А, ты их напугнул, да? Да. Ага, вот один где, да? Че они точку доступа не берут? Они меня пасут, наверное, не за это. Питарасы. Один, знаешь, в этих, да? Сидит в катакомбах вот этих. Каких катакомбах? Ну, разрушенное здание кирпичное. Да, да, я вижу его. Я вижу. Как мне сделать так, чтобы он меня не увидел? Слушай, а как камеры вертеть и... Враг убит. Молодец. Он убежал от вражеский дрон. Вот он убежал. Вот он, блядь, метик. Сука, блядь. Прямо в цель. Прижали. Кто-нибудь снимите урода.
Хватит, Нейт. Поднимай нож. Черт, у нас потери. Блядь, не черт. Ну ладно, в следующий раз не промахивайся. Давай, поднимайся. Спасибо. Тоже осторожно. Там чувака резали на дальнике. Значит, двое, где катакомбы, вот. Есть один. Тут еще один, капитан. Вот, вот. Вот он прям здесь, вот, за поворотом он. Ну вот, я показываю. Да. Остался один враг. Доведем дело до конца. Дозорный, он на правом фланге. Противник меня не видит. Был. Меня прижали. Сзади. Осколочная. Я получайте, вижу. Кулерос. Меня заметили. Здесь где меня резать, нахуй? Я на скале. Сука, блядь. У меня был включен обратный пульки, блядь, дебильный, блядь, сука. Режим, блядь. Меня, в принципе, нормально. Но он сейчас это похилится. Я, конечно, залез пиздец. Не, меня можно так. Резко. Зисовал, сиди здесь. Савелла. Храни точку. Слева, слева, чувак. Попробуй мне. Да, да, я за тобой. Порядок. Давай, короче, я нажиться. Вижу беспилотник. Точка доступа отключилась. 1-1. Не, ну мы тут чуть не въебали, нормально. Хотя бы в ничью вывели, а то могли въебать спокойно. Хорошо, я минов кстати, поставил, да, на выходе. Если маску снять, у меня китаёза будет. Китаёза специально. Захватите зону и готовьтесь к связи через спутник. Смотри, ты где? Я по правой стороне. В воздухе. Там больше всего расстояние, я пробегу просто. За зданиями, короче, пройду. У меня есть там? Нет, они все здесь. Но не все. Больше. О, вижу одна. Аккуратненько тебе снять было очень просто. Блять, пробежал. Там по центру. Лаки. Сейчас посмотрим.
Потери, потери! Видишь, завал всех. Черт, у нас потери! Блять, один в башне увидел. Ебать, их там стоит, ну. Я тебе говорю, блядь, чё. Вражеский беспилотник. Сука. Точка доступа установлена. Идите к терминалу. Я помогу. Блять, чё за хуйня? Этот допрыгал. Чё за бред, блять? Не верю я такую хуйню. Не верю, блять. Я какой-то иностранный, блять, чувак. Но... Как мне понять, где вас убили? Там чувак убил из другого здания, блять. Вы из здания оба, что ли? Да. Из другого здания вас убили там двоих? Подними, который чувак лежит на скале. Хуёво-то другое, то что там в башне он один, он, я видел, был. Он, наверное, оттуда вас и ёбнулся. Да я хуй знаю. Эти играют очень неосторожно, блядь. Взяли и ёбнули, взяли и ёбнули, блядь. Их пока оживляешь, блядь, сам подходишь, сука. Как мне тут брать вас? Да я хуй не знаю. Они все засели, блядь, в этой хуйне. Они все пасут, завал, блядь. Они тебя видят, ну лучше пойти того человека попробуй. Может получится. Блять. Ну дозорный у них молодец. Но у меня от подавления, видишь, что у меня. Что он хуёвый этот хуйник, не молодец сейчас. Ну он меня узнал, закидал, услышал. Не, этот парень хорошо играет. Блять, сейчас его дозорно может ёбнуть. Четвером сейчас зажимаю буду. Ну ладно. Все погибли, задание провалено. Выиграли. Что-то, блядь, какая-то странная камейка на круг. Все видит, все слышит. 13-1. Он чисто всех убивал, слышишь?
Я, конечно, облажался, я должен был его убивать. Ой, что-то хочет сменить персонажа. Часовой. О, часовой, возьму часового. Тем более у меня с ним есть пушка есть. Для него. Да, у меня там СВДшка должна быть, да? Типа? Да, да, у меня СВДшка есть какая-то. Захватите зону и готовьтесь к связи через спутник. Что там? Мама, кажется. Ты здесь можешь вышки занимать, кстати. Во-первых, тебя все равно не видно. Во-вторых, ты можешь метку часового поставить, чтобы, если что, обнаружил. Ты кидай свою хуйню-то. Я всего, две штуки. Ну, кинь ты куда-нибудь, вон туда. Ни дронов, ничего нет. Возможно, у них есть, кстати, это, убийца в обход. В принципе, карта тут очень хорошая для этого. Спасибо, танк. То есть поосторожнее есть, там могут в спину зайти. Завал, подожди, мне никого не слышно. Сейчас ты сломаешь, так. Я говорю, поосторожнее, могут в спину зайти. Слушай, а как над плечом сделать, а? Чего? Ну, над плечом сделать. Да не помню, нажми на прицел, правую кнопку там увидишь. Бэггин, что за бэггин? А? Чего? Что за бэггин? Я и пушки хочу забрать. Точка доступа установлена, идите к терминалу. Я бы понял там, а я F1. Чувак свалил здесь. Угу. Вот здесь. А че не стреляешь, не? Я вообще стреляю первый раз со снайперки в этой игре. Блин, как тут... Как над плечом сделать? Привет, блядь. Ладно, я пошел за тобой, хуй делать. Ну что, бред, ты его пометил, наверное, или заметил. Он тебя ебнул. Жена. Мы захватываем точку доступа. Защищайте позицию. Ну твоего, что не захват. Немного зацепило. Бля, сейчас ебнут. Успею, нет? Я под огнем, кранты мне! Пиздец. Как чмошников. Не бери. Почему бери? Вся ситуация, блядь. Это... Ну да, забавно. Ты баллистика странная, блядь. Ты стреляешь, и у тебя вот... Все погибли, задание провалено. Как в Fortnite, блядь.
да, но ты просто стрелять не умеешь. Я первый раз стреляю со снайперки в этой игре, блядь. Ну я и там говорю. Такая баллистика, такая же, блядь. Да я играл нормально, нормально здесь баллистика, что ты. Со снайперки? Да. Точно? Ну, снайпера возьми, блядь, посмотри. Охуенная баллистика. Попробуем. Прямо стреляешь, прямо попадаешь. Не, у меня чувак бежал, и я по нему стрелял, а он, блядь, все равно летел там за 2 метра от него пулю, блядь. Mm. Захватите зону и готовьтесь к связи через спутник. Здесь действует противник. Отмечаю позицию. Бля, башня там, да? Ой, видал, пометил. Не смотри ты. Пытайся его чпокнуть. Здесь действует противник. Ну, в башне сидит он, в углу. Не заметил? Я очень далеко. Вон, часовой тот же. А. Я просто выйти не могу, у меня тут мешает. Меня ёбнет. Враги себя выдали. Черт, прижали, я под обстрелом. Здесь действует противник. Отмечаю позицию. Ну а что ты мне помог, ты когда стоял здесь же? Слово не видно нихуя. Я забыл включить ночное видение. Точка доступа установлена. Идите к терминалу. Вот я пометили, бегите. Пометили, вали там, чувак. Враг меня упустил. Все в порядке. Блять, напарник снайпер на прикрытии называется. Внимание, здесь действует противник. Здесь действует противник. Блять. Двое осталось. Хватит ныть. Ура! Я жив. Ой, черт побери. О, я вижу вас. Ой, бред, блять. Больно, наверное. Блин, смешно было. Эти мины, бля, бывают. Хуй знает где, блядь, стоит. Спасибо. Вам не видно стрельный огонь. Чувак, смотри. Остался
остался один враг. Ебать, я пытался. Это ерунда. Хуйся. Фидер. Хуйщий какой, а? Типа, бежал, думал, я потеряю. Ладно, я поставил сюда этот спутниковую хуйню, блядь, и он его не увидел, блядь. Это как так, блядь? Ну, у него класс, может, такой. Да, у него этот... Не, у него хищник вроде нет. А, не, нет, следопыт. Следопыт, да. Чмо, блядь. Ты что взорвал? А как так, блядь? Мы захватываем точку доступа. Защищайте позицию. Ну, тебя слышал, по-любому. Вот он, побежал. Все, его убили. Противник ликвидирован. Неплохо. Это пиздец, блядь. Я в этой игре очень, блядь, пока я вообще не понимаю, как играть. Почему? Потому что я смотрю в этот... В ночное видение нихуя не вижу, ну-ка, давай отключу его, короче. А я его вообще не включаю. Тебя там атакуют, и понимаешь, там одна тема, ничего не видно вообще, блять. И я стреляю, я нихуя не вижу, куда я стреляю, блять. А в такие моменты включать нужно темно. Я вообще его не врубаю. Не врубаешь? Угу. Ну редко. Обычно вообще нет. Это я сейчас врублю, потому что я в лесу буду, а в городе зачем оно? Так, все видно. Посиду лампочки. Захватите зону и готовьтесь к связи через спутник. Враги себя выдали. Ему крышка. Внимание, здесь я поставлю мину. Прямо в цель. Неплохо, я так в лесу поработал. Ловите гранату. Нравится? Становится жарко. Блять, ну прям лол оставил. Это, да, он с той стороны. Он туда, да, он там чувак. Да подожди, девчонки. Туда все смотрят, знаем. Чувак, а мы наши исполнители. Снайпер, наверное. Не знаю откуда. У нас потери, у нас потери. О, чувак, убили.
Точка доступа установлена. Идите к терминалу. В лесу двое. А где именно? Здесь прям, где-то. О, слева! Еще один. Остался один враг. Дозорник здесь. Дело до конца. Ой-ой, все трупы там. В принципе, этим бежать не должен. Что они делают, блин? Ну, один пометил, другой рашит там. Да он пока этого будет понимать, я не понимаю, что он сейчас этого будет понимать станет. Чё они ждут-то, блядь? Не знаю, а? Ну, она не играет, нам так наблюдать. Я думаю, пытаются просто осторожно с двух сторон зайти, видишь? Он, смотри, обходит прям один слева, другой справа. Сейчас он, наверное, ждет свою фигню. Он ее врубит, посмотрит, и они дальше будут обходить. Ну, смотри, как, видишь, координировали что-то. В сторон зашли. Вот он, засел в кусты, пидорас. Блин, молодец. Может, меня рейса, чувак? Чё за противник ликвидирован. Это не спецназ, нахуй. Это у меня сейчас была. Какие-то ты маджаки даёт. Ты все мимо. Ты впритык стреляет, и все мимо. Пиздец какой-то момент. Ну, забавно. Ты не можешь попасть друг дружку, блядь. Спецназ. 5 лет, блядь, в академии, нахуй. 10 лет на войне, нахуй. С пулемета, блядь. На перерез, блядь. Это же, блядь, фильм Рэмбо напоминает. Ну там он хоть попадал, нахуй. Не, он, кстати, никуда не попадал, но всех убивал все равно один хуй. Ну да, да. Бочки, хуёчки. Он, короче, боеголовку прикрепил на стрелу и четко попал прям, понимаешь? Стрелу не перевесила, блядь. Она четко полетела, блядь, в вертолёт. Бля, особенная стрела-то. Да-да, особенная, блядь. Прямо сбалансированная, блядь, под этот, блядь. Там еще реактивный двигатель, да, блядь, стрелена, чтобы летело уж прямо. Престиж, на каком? На 50 он дает сегодня?
Блин, это фигня, что ли? Давай эвакуацию. А вы можете лучше у него уничтожение? Лесопилка. Вот здесь, кстати, снайпером можно играть. Я сейчас возьму, попробую. О, 6-15, но теперь вернулись. У них, посмотри, как у них там, блядь, чувак попал, блядь, в команду. Сейчас попозже, ладно? О, уровень первый, да. Хибана, это. Хибана и чё? О, это же ночь. Нахрен мы ночь выбрали. Тишина. Ночь. Лучший помощник снайпера, ты чё? Угу. Охуенно. Я только сейчас заметил. А, вот почему все это-то первый-то хотели, наверное, там не ночь. Ну да. Ты взял хуйню какую-то сделал. Да, да, блядь. И ещё 7 человек, блядь. Нет, найти и ликвидировать противника. Я буду. Запускаю дрона. Нифига. А, все, я понял. Меня стреляют! Бля, я сейчас стану. Савла, все тут сидят, видишь? Твою мать. Нихуя не вижу. Здесь действует противник. Стреляй по меткам и все. Стреляй по меткам, надо хоть что-то видеть. Они себя выдали. Посмотри, видишь, на H нажимаешь над плечом. А, это на H? Внимание, да. Здесь действует противник. О, увидел. У нас одного. Потери. Там. Заебал. Враг ликвидировал. Действует противник. Отмечаю позицию. Черт, у нас потери. Бля, я сейчас сдохну. Есть сигнал с разведстанции. Она скоро заработает. Хуй тебе не попадешь, лошара. А где еще? Я тебя, парень, лечить не буду, я сам, блядь, лечу. Здесь действует противник. В бога душу мать! Я помогу! Коренись, блядь. Вставай, на. Разнесено. Здесь действует противник, отмечаю позицию. Что там, помечь можешь кого-нибудь? Я нихуя не вижу. Мало того, что ночь, так еще и дождь этим долбами. Разведстанция снова на связи. Цель ликвидирована. Нифига себе, ты кого-то убил. Да, их обошел. О! Цель уничтожена. Давай, еще слово. Меня тут прижали! Ай. Меня стреляют! Потери!
286 метров. Попал. Слушай, тебе вот эта фигня сзади, это ради себе, она тебе вообще не идет, я тебе отвечаю. Черт, у нас потери! Теперь остаешься. Слушай, все чуваки сдохли, давай. От чего, блядь? От пули, вон. Ты видел? Остался один враг. Доведем. Давай, остался первый уровень новобранец. Где, блядь? Я не знаю, где-то здесь тоже дом. Сука. Беги, парень, беги. Враги меня заметили. Враг меня упустил, все в порядке. Резко он своих. Ну, поближе, которые. Меня не надо, я слишком далеко. Давай, поднимайся. Сейчас, короче, по новой все друг друга резнут, блин. Ну, теперь можешь за мной бежать. Или этот сюда пошел. А, ты ему указал, да? Он понял? Я хуй его знаю, ничего никого не делал. Я тебя пойду поднимаю. А ты помнишь, где кого убил? Да всех я помню, где убил. Какой в лесу, блядь. О, в лесу, конечно, классно. Сам знаю. А где там в лесу-то? На склоне уже. Блять. Так, подожди, сейчас я его. Савел, он поднимает того чувака. Ага. Враг готов. Посмотри, где. Вот здесь видишь, где? Да, да, еще бы не сверкало у меня. Здесь действует противник, отмечаю позицию. Блять. У нас потери, потери! Сука, ну беги ты, тварь, блин. Дай-ка я сюда мину поставлю. Где-то сзади, блин. Да я знаю, где, блядь. Тут нихуя не видно. Ты дрона можешь выполнить? Он меня спалит, если я сейчас его возьму, он меня спалит. А чё у меня на что на плечо не стоит? Остался один враг, доведем дело до конца. Соло, тут вот. Черт, у нас потери! Угу. Противник ликвидирован. Неплохо. Как это был длинный раунд, блядь, пиздец. Так все по 100 раз друг друга резали. Там буря, блин, слышь, там ночь, короче. Ни в этом не посидеть, ни в этом не посидеть.
А ты справа входил, там палец найти? Нет. Найти и ликвидировать противника. Дрон в воздухе. А мне еще есть. Внимание, здесь действует противник. Здесь действует противник, отмечаю позицию. Пометишь, я уже у них на базе. Здесь действует противник. Я пока не могу пометить, попозже. Очень надо. Враги себя выдали. Осколочная! Получите, суки! Меня прижим. Здесь действует нет противник. Его. Отмечаю позицию. Точно не можешь? Сейчас могу. Устанавливаю мину. Мне удалось оторваться. Есть сигнал с разведстанции. Она скоро заработает. Куда это? Вернись к своим. Тут еще где-то 100 метров рядом. Бля, у тебя шум генерирует оттуда, откуда я иду. Это не мой. Где он, блядь? Молодец. Этот допрыгался. Я к нему и шел как раз, слышишь? Ставлю мину. Твою мать, я под огнем. Твою мать, обнаружили. Остался один враг. Заведем дело. Блять. Свыл около меня прям был. Часовой. Противник ликвидирован. Неплохо. Разведстанция снова на связи. Ну давай, да. Давай, может, пока я перекур, что-то я подустал уже. Да, давай, не надо. Попозже. Сейчас как раз это тебе.